Знаете, после 30 многие вещи начинаешь воспринимать немного иначе. I'm sexy and I know it. Например, если в детстве мы возвращались с прогулки до наступления темноты, потому что иначе мама заругает. То сейчас гулянки не затягиваются, потому что завтра же вставать рано. Заниматься взрослыми делами, там деньги где-то находить, ребенка в садик отвезти, записаться на прием к проктологу. Одна отрада – выходные. Никуда никому не надо, можно спокойно нежиться в постельке и… Папа, я проснулась! Играть! Быстро! Так что не торопитесь взрослеть, лучше уж приключения на пятую точку, чем геморрой.